Добрый вечер, друзья, всем привет, у микрофона Дмитрий Бомбини, и это студия Майнкаст, ESL Challenger Лига, 42 сезон, группа С, матч лузеров, и сегодня мы в таком чуть-чуть непривычном для нас формате транслируемся, то есть мы сегодня с GoTV, и в принципе, я думаю, мы будем наблюдать о том, как у нас команды борются за выживание в группе, также часть команд у нас борется за попадание в следующий этап, ну, то есть следующий матч, в котором они сыграют с лузерами матча, который проходит на Первом канале. Это как раз вот у нас... тут мне еще дополнительная информация прилетит. Так, у нас тут происходит файт, так, тут чуть-чуть, конечно, GoTV это не картинка от режиссера, потому, может быть, будут где-то определенные отставания, ребята, вы также извините. Но главную суть матча, думаю, мы все ловим. Так, у нас тут хорошенько работает Плисен, он минуснул шок. Перейдем мы на Плисена. То есть тут его уже поджимают с мидла, попытки поджима средней части карты. Ну а пакет в это время стоит, и Форси у нас все еще на хелпе находится, может побороться, так, минус Форси. Остается только аж один в соло игрок Синерс. Так, ребят, на стриме присутствует задержка, потому я вас всех буду, может быть, не сразу слышать, не сразу читать, отвечать на ваши сообщения, потому желательно дайте информацию, там, что громче, что тише сделать, и мы обязательно это выполним. Возвращаемся, у нас первый раунд взятый за Finest, 2-1, так что хочу напомнить, что это у нас пик команды Sinners. Чехи выбрали именно себе вот такую интересную карту для своего выбора. Ну, а Finest у нас будут играть на своей привычной карте Vertigo. Конечно, в прошлом туре Vertigo оказался, ну, не такой, конечно, приятный, как им хотелось бы. Но ничего, я думаю, в этот раз, ребят, сделали какие-то определенные выводы. И все будет работать. Да, у нас есть прогнозики в чате. Есть у вас еще примерно 9 минут на то, чтобы этим делом заняться. Ну, я думаю, как бы... Всем привет. Так, не читайте, там под описанием написано. Сегодня Twitch очень сильно выделывается. И сегодня у микрофона пишет Юамерт, а сегодня для вас Дмитрий Бомбини. Юамерт на Первом канале комментирует матч как раз вот Heat против Blue Jays. Зетка уже у нас с партнера выходит из туннеля. Форси в миду, может, в принципе, как-то помочь. Так, есть у нас уже первые минусы. Как раз вот на выходе из туннеля. Шокс у нас как-то пробует побороться, но нет, получает от Плисена. Плисен как бы у нас без проблем работает на входе на Б-плент. Он может какие-то поджимы постоянные делать, создавать какие-то постоянные движухи. Так, минус, ух, то хорошо, то Плисен у нас минусует всю команду. Хочется напомнить, что как бы по статье сейчас он идет 4-2, ну и это вообще прекрасно. Так, в яме находится Zero. Пакет потерян в коннекторе. Ну и тут Плисен, понятно, он уже поджимает как раз в районе телека. Твист на таймере сыграл как бы своими тиммейтами. И все, у нас счет 2-2. 2-2, как бы можно бороться. Если глянуть по статкам, то достаточно... Интересно, у нас идут ребята. А, пик команды Sinners. Видите, у нас Sinners начинает в атаке, это выбор. Десайдером будет Ancient, а выбор Finest как раз вот карта Vertigo. Так, ну Крис уже свои дефолтные точечки, ну, уже может подраться сейчас, конечно, раунд с пистолетами для Sinners.
Видим, есть диглы у Зетко, есть 47-й у Зера, который он смог унести в прошлом раунде. Ну и два, три глока у как раз вот атаки. Твист, ух ты, нащупал твист уже двоих игроков, чуть ли не сразу. Понятное дело, что я 47-й сейчас буду группировать под выход с Б-меншена. Ну, а тут если поискать, где тут у нас вот данный работяга находится. Ага, тут у нас включается. Ну и закрывается. Легкое закрытие для Finest, от Finest. Понятное дело, они такую пистолетку должны выигрывать. Ну, нормальный закуп. Появляется закуп для ребят из Чехии. Берут один Галил, конечно, но ничего, ну, в принципе, с кем можно тоже драться. Так. Так, миду опять у нас начинается активность и форси. Твист уже поджимает. Хороший хедшот по форси. Но тут же ответочка моментально прилетела. У нас тут АВП должен как-то поработать. Криз. В это время теряем Зеро. Ну, с разменом, понятное дело. Хейдеса тоже минуснули. Ну и все, АВП сдвигается с окна. У нас тут ситуация 2 в 2. Ну и Зетка будет выдвигаться уже на Б-планте. Пакет как раз вот у нас у... А пакет-то скинут на Тереспи и что-то как-то, ну, как по мне, теряют время. Ребята тут же на крайняк сейчас Айвик придет с Кризом и может навалить уже немного каких-то определенных проблемов. Но давайте посмотрим, что там как раз вот действует, как у нас Криз. Криз смотрит плент. Ну, а Шокс пробует проект. Бомба несется на А. Я задумку. Ну, зачем на тикет он ее несет? Ну, камон! Шок, ну, надо ставить пакет. Так, кидать смог. Интересная реакция. Так. Отстреливаться с декой, зеткой, и все. Надо пушить. Надо как-то пробовать выбивать позицию. Шок подбирает АВП. Не уходит в джангл. С китбокса может быть у нас агрессия. Все, Криз дефьюзит бомбу, выдвигается в плент, уже забегает Шокс. Ну, тут дефьюз, но и без шансов, еще и потеря АВП. Так, чат спрашивает, кто тут чехи? Чехи — это команда Sinners. Вот там все пять игроков из Чехии. Ну, а Finest, хочется напомнить, там у нас играет два шведа. Играет поляк Хейдес, Шокс, эстонец. А, три шведа играет. Ну, ничего. Опять раунд с писиками. Уже врываются у нас игроки. Сетка у нас делает хороший фраг. Это что ж такое? Ну и Форси, и Форси никак, конечно, не может потестать. 5-2, Finest в защите начинает достаточно неплохо. Берут какие-то определенные раунды для себя. Пять 47-х в атаке по... Данные мы уже видим, что достаточно. Два АВП в защите опять используют у нас Finest. Хейдес и Криз, понятное дело, берут убойнейшие девайсы. Хейдес поджимает мид, но в это время у нас уже пробуют как нас три атаки. Зетко выходить. Получает он Криза. Ну все, в пленте. Плент занят, можно ставить пакет. Минус Плисен. Все же смогли с энного раза прочитать, как у нас будет действовать опорник Б-плента.
Минус по форсе. Ну что, остается два игрока у нас. Шок и... Бистки? Бист, короче, остается. Минус бистайки. Ну, и все же, будет ли разефьюз? Нет, разефьюз не успевает. Это третий раунд для Синерс, хоть и с потерей всех игроков. Но ничего неплохо, можно бороться. Ну, 2 ВП унесли при этом у нас Finest. Матч приостановлен. Ставили паузу в матче. Синерс поставили у нас данную паузу. Ну, пока что можно писать. Ну, положение по группе, я думаю, по группе С, думаю, понятно. Формации, думаю, знают уже. Выходят две группы. Получается, сегодня победитель пары Blue Jays против Heat заберут для себя, получается, данный приятный мув. Так, ребят, вынужден извиниться за такую немую паузу определенно. Тут такая немного важные вопросы были, даже было решать. Потому вот мы на месте. Так, Синерс отыгрывает у нас понемногу раунды. Берут второй себе авик в атаке. Очень будет интересно посмотреть. Зетко и Форси будут нас играть с данными девайсами. Ну, а Синерс, Файнерс вынужден уже играть будут с одним АВП. С ним играет Хейдес. Бистик. О, да, спасибо тебе, Глеб К5. Бистик. И будет, как говорится, все в порядке вещей. Все будет круто так. 4 сайленсера. Опять у нас почти что дефолтные расстановки для игроков обеих коллективов. Шок может, конечно, пробраться. Но тут у нас, смотрите, игрока, который будет проверять коннектор в любом случае. Твист не должен пропускать сейчас своего оппонента. Отлично. Ну, отлично, как так. Вышел же шок. И вот вам и... здравствуйте.
Отлично, Зера находится еще в Мэншине. Стягивает на себя внимание двух опорников. Ну, это уже у нас Шокс на пару с... Дальше по команде Хейдесу, но нет. Отходят. Ну все, бомба стоит. В это время бомба стоит на Б. Ставится смог. Не спешат игроки защиты. Ну да, это сейф. Это сейф в исполнении. Ух, тут что, Плизаны находят у нас. Мутишок себе сайленсер. Ну все, это 5-5. Можно продолжать работать. Можно продолжать набирать раунды. Ну и пока что видим, что команды у нас достаточно по-разному меняются раундами. По деньгам видим, что Синерс немного там... Есть игроки, кто нажили себе денег. Также, ну, относительно... Тот же Плисон не испытывал проблем чуть-чуть ранее. Но сейчас, да, вынужден закупиться уже и закупиться только себе. Зеро врывается в яму. Тут проскакивает. Но очень быстрых таймингах минусует Шокза. Шок на время у нас пробует перетянуться по Мэншину. Плисон в лифтах. Конечно, у нас Твист пробует контролировать окно. Ну а бомба, как мы видим, она перетягивается у нас в сторону уже Апплента. Минус Зетко. Стянуло себя внимание. Очень нужное время выигрывает. Тут Плисон делает для себя очередной фраг. Это уже девятый фраг для игрока. Пакет стоит, есть поджим. Бистик может, конечно, нас словить себе пули. Он ее ловит. 2 ВП сейчас использует Т-сайт. Так, есть минус. 2 в 2 ситуация. Так, твист. Есть 1 в 1. 1 в 2. Ну все, этот раунд выигрывается файнестами. Хорошо подрались, хорошо вышли, разобрались с оппонентами и даже унесли с собой еще один авик. 6-5. Вязкая игра у нас начинается на данной карте. Ну что, у нас тут выдвигаются уже игроки. Тут есть бай для атаки. Потеряли Шокс очень рано в начале. Так, Зиро. Есть хороший минус. Уже два игрока минуснулись у нас у защиты. Файнес должны обязаны доиграть в меньшинстве. Но есть 2 ВП. Да, не самые манерные девайсы. Тут очень интересно, сможет ли Твист нащупать прострелами кого-то своих оппонентов. Пакет лежит на респауне. Да, Хейдес перешел из Энс в Файнест. Минус Крис. Твист. Соло как-то пробует двигаться. Пакет ставится у нас. Он ставится. Зеро. Бомба стоит. Это вроде бы как выглядит как 6-6 для Синерс.
Прикольная аватарка у Твиста в игре. Ну и это 6-6 для первой половины, 13-й раунд у нас идет. И как по мне, ну тут Синерс на своем пике хорошо чехи отыгрывают, тут нету никаких особо претензий к ним. В это же время денег нету у Finest. Там закупают, конечно, 5-7, пешечки себе игроки. Там, конечно, Твист будет отыграть еще при этом с Сайленсером. Ну, нет, уже не будет открывать. Бистик находится его оппонента первым. Но это быстрый разгром. Это быстрый разгром, это выход на 7-й раунд. Тут никаких не было проблем с оппонентом в туннельчике. Скажи, можешь попробовать побивать какие-то девайсы, но мне что-то кажется, это уже станция конечная. Ух, хорошо, вовремя поставленный смог. Сбистик. Минус Хейдес, и все. Это 1 в 4 от Плисена. Посмотрим, что он попробует сделать в этой ситуации. Да, надо в первую очередь забрать сайленсер. Но нет, тут уже третьего игрока отправляют просто в одной точке отдыхать. И это 7-й раунд для атаки. Тут достаточно более чем хорошо сейчас уступают хозяева карты. Если так можно назвать. Ну, если команда, которая пикает карту, можно назвать хозяином карты. Ну, достаточно пока что домашний погром у нас происходит. Двигаемся дальше. Дефолтненько баятся у нас ребята из Mixed там Finance, ну, шведская организация, так будем называть. Ну и так, первый опен есть, минус 0, то есть агрессии уже стартовой у нас почти нету на А-планете, но есть шок, который уже ставит парочку минусов. Ну, не парочку, а аж один, но он при этом еще и теряет из Z-ка. Шок. Было близко. Было близко. Бистик у нас с бомбой пробует сдвинуться. А, ну, конечно, да, повыбивали еще Плисена и Шокза. И, конечно, можно. Можно еще драться в этом раунде. Есть, тем более, халпатов АВП в случае с Форси. Но тут бы как бы не попался бы в ловушку на джангле. Тут посмотреть бы. У нас Хейдес пробует перегруппироваться. Пакет ставится. Минус Бистик. И это остается один игрок. Форси надо спасать от АВП. Сейчас, тем более, Плисен должен, ну, это, извините, Крис должен прийти, но он уже не придет. В окно уходит у нас чешский снайпер, но нет, его отстреливает Хейдес и 7-7. Ух, конечно, вязкая эта игра, и я думаю, что тут, в принципе, можно переключиться пока что. Как раз вот Твист разминировает бомбу, и чё, ребят, как вам, пишите ваши впечатления от первой половины? Второе ВП подбирается, и на финальный раунд минимум в 2 девайса. Есть деньги на полноценный нормальный бай с Finest. Ну, а чехам надо будет что-то уже придумать. Так, видим 9700, конечно, у Шока, да. Ну да, тут придумать особо нечего. На 7350 закупается Форси. Ну и тут, в любом случае, даже 7 раундов взять Синерс, я не буду видеть в этом какой-то особой проблемы. Да, команду часто лихорадит даже на своих пиках, если смотреть просто статистику данного коллектива. Но я думаю, в этом случае все достаточно будет более прозаичным, потому что Finest тоже у нас допускает достаточно много ошибок в матчах. Зетко пробирается. Так, бомба скинута на респе опять.
Отпугивает, ну, ставится смог, можно, есть повод сместиться. Двигается к шоку. Ух, шок получает очень много дэмэджа. Ну и Форси. Форси не начал бы своего оппонента. Зеро в это время должен вернуться за бомбой. Остается 50 секунд. Надо уже какую-то активность, да, проявлять. Три игрока в атаке есть. Подгорает немного Шокс. Минус по Зетка лучше приходит. Ух. Как же так? Это, ну, слишком хороший контроль у нас с карты происходит от Finest. Форси бомбу подорвать не может. Есть АВП. Ну и у нас пока что первая половина окончена. Трехминутная пауза, друзья. И будем возвращаться, пока музычка. Keep breathing.
Just keep breathing now, don't run away. We can still figure it out. Why do I do this? Why do I push you down? I'm reaching. You go. Well, look at me in rags and bones. I wish that I knew what was wrong. What's wrong? You tell me, I don't know why I do. Ну что, понеслась, ребята, вторая половина у нас начинается прямо сейчас. Вторая пистолетка, Finest перешли с перевесом в один раунд, переходят на вторую, во вторую половину матча, короче, переходят за T-Side. По статистике на Show TV у них так достаточно все очень плохо с Миражом. Но в это же время, ну не зря, Sinners выбирают это, выбрали это именно своим пиком. Зера уже у нас получает по черепу, также и Форси тоже. Ну, а пакет ставится на Б, конечно, попытаться втроем выйти подраться, это хорошая идея. Также у нас Плисон уже намутил себе Юспик, но он не в районе плента. Ну и какая-то попытка завалиться в спину. Так, есть у нас скиллы, также Хейдес должен сделать сейчас пару хороших минусов в спину. Первый хедшот стоит, хорошо. Ну и да, это 9-7, вторая пистолетка выиграна Finest, ну и пока что, ну, может будет какой-то переворот, но хочется напомнить, что Sinners имеет достаточно хороший винрейт на карте Mirage. Играет с диглами и скаутом у Форси. По остальным игрокам, ну, конкретно, смотрим, только Крис у нас играет с фармганом. Ну, ничего, Крис, в принципе, по прошлому матчу данного чемпионата видели, что, ну, хорошо владеет фармилками. Открывается минусом по шоку, еще минусуется Зера. Так, смотрим, может, должен сработать в... скаут, и он работает, подбирает все равно бомба, при этом бомба у нас будет заноситься Хейдесом. Установлена бомба. Засейвить решили два высших игрока КТ. Что да, им тут тяжело было противостоять. Очень грамотно вышли Finest в... на Upland. Без особо каких-то проблем раскидывали своих оппонентов. Друзья, не пишите, что там идет там третий, пятый, десятый, четвертый раунд. У нас установлена задержка. Задержка, которую требуют организаторы турнира. Потому как бы хотите четко следить за точно, какой сейчас раунд идет, то вы знаете сервисы, где это можно посмотреть. Ну а пока что на трансляции картинка идет согласно всех условий от организаторов турниров. А напомним, это ESL Challenger Лига 42 сезон, группа C, матч лузеров. Да, тут врываются у нас же на B игроки Finest. Юспик P200 и скаут для игроков защиты. И бомба установлена. Можно оценить попытки перетяжки, понятное дело, через КТ. Тут первым Шокс может получить уже себе интересную плюху, либо же за эйсить вообще себе, в принципе,
всю ситуацию. Нету хелпы рядом, так что под ногой, но все равно такое, знаете, такое не диффьюзится, как по мне. Шок, слышит, так, есть минус по Шоксу. Ну, это плюс девайсик для игроков защиты. Первый оружейный в исполнении Синерс. Как бы 4 раунда перевес, я чуть так, так сказать, удивлен. Но у нас ничего не предложили в защите пока что чехи. Они явно должны, как говорить, смотреть с точки зрения... Хозяев, ну, то есть выбирали карту, то есть должны как бы уже что-то допоказывать. Ну ничего, у нас берется один по защите. Под Б пробираются у нас игроки Finest. Есть прожиг выхода именно. Это ты, Хорси, твиста нащупывает, то есть, да, здравствуйте, просто очень-очень качественная работа от снайпера Синерс. Плиса, ну, тут просто смог криминал, и вопросов не имеется. Может подраться Плисен, но не точно. Ух, и это все же первый раунд в защите. Успевает у нас Форси с хорошим минусом с АВП. 3 фрага сделан в этом раунде. Ну и позволяем снайпера команды Синерс. Синерс, пока что идет он там 7 на 10. Тоже видим, если так обратиться немного к статистике матча, то Z-ка имеет у нас 12, как же лидер, а у, конечно, ребят из Finest по циферкам именно набитых фрагов пока что в разы все лучше. Фармилку получает Бистик. На фулбай хватает пока что также у нас с Finest'ом. Z-ка, минус Хейдес. Крис. Нужно попробовать пробраться. Ну что, Плисен, отлично, отлично сыграл через бенч, был в подсадке под окном. Не совсем ясный мув с Моликов смог сейчас был, но ладно. Сразу у нас двойной минус летит по Твисту и Плисену. Пакет перетягивается вместе с Кризом. Бомба будет топать на коннектор. Конечно, последний герой в лице Шокса, который должен это принимать, делать фраг. Нет, он не делает фраг в джангле. Ну все же шок спадает. Ну и это 9-й раунд. Сокращается отрыв до 2 раундов. И сейчас у нас, ну, с деньгами еще остаются пока что микс такой вот, европейский такой микс по из шведских, польского и эстонского игрока. Но в это же время у нас Бистик все еще остается с фармилочкой. Видим, что-то скинули у нас, похоже, Шоку. Шок получает сайленсер.
Также, друзья, не забываем о том, что тут подсказочки от чата постоянно летят, ну, от чат-ботиков наших, что там завтра стартует плей-офф EPL, а потому я думаю, что время воспользоваться нашим предложением от наших партнеров GGBet, приходить по ссылочках, которые у нас как раз тут указаны, которые присылают вам Мубот, Stream Elements, ну, любой чувачок, который явно присылает ссылочки, это надежный человек на нашем чатике. А вот также следить за правилами, выставленными по общению в чате. Модераторы у вас очень строгие ребята, и незнание правил не освобождает вас от ответственности. Разменялись фрагами у нас оба коллектива. Форси. Форси двигается. Минушок. Так, Крисус сработал на 100%. Минус Хейдес. Три в три ситуация, бомба-то у нас уже устанавливается твистом. Бистик. Может зайти, конечно, в яму, может создать какие-то определенные давления, напряжения своим оппонентам. Хороший минус от Форси. Ну и все, но все равно это не спасти раунд. Ну и 12 раунд за Finest. Продолжают они пробовать сохранять какой-то свой отрыв. Ну и пока что это попахивает достаточно большими проблемами. Полторы тысячи зрителей у нас на трансляции. Всех рад очень видеть вас. Ребят, всем привет. Это Дмитрий Бомбини, студия Майнкаст. И мы пока что говорим за матчем лузеров группы C ESL Challenger League. Команда сегодняшняя, которая проиграет, она потеряет даже прописку в чемпионате, вылетит в квалификации на 43-й сезон. Ну, я думаю, как бы заслуженно будет. В любом случае, команда проигравшая заслуженно будет обязана играть в квалификации. Так, Хейда сделал для себя прикольный, классный минус. Опен по шоку. Форти. Форти. Ну как же так? Со второго раза он добивается уже криза. Сыпятся у нас фраги по атаке. Но ситуация при этом 2 в 2. Минус Хейдес и Плицент. Остается 1 в 1 против Бистика. А пакету Плицента. Такой эпичной аватарочкой у нас джедай команды Finest. Плицент понимает, что у него свободный плент. Ну и как бы пахнет немного ошибочкой от Бистика. Ну, сейчас должны пойти какие-то чешские колы жестко, что типа, камон, ребят, он услышал звук раскидки, что надо задвигаться. При этом у нас флешка это только была, нету чем зайти, но есть. Бистик перестреляет своего оппонента, даже не использовал для свою хаешечку, еще подбирает флешечку. И это 10-й раунд для защиты. Synergy Sports делают для себя, ну, такой... Ну, проблемненько было в любом случае. Подбирает за Хейда сама ВПшечку и есть бабки на бай в любом случае. Но это же время, ну, так же самое у нас, ну, может быть, что-то Шокзу придется. Хотя нет, ну, так, видим, покупают. Да, раунд с пистиками и теком будет. Ну, вот так вот, приняли решение накопить еще денег для себя. Finest. Ну, и как бы... Достаточно резонное решение. Так, у нас же появились минусы по Шоксу. С пистолетом-то твист может на смоках намутиться. Видит оппонента, но нет одного-то фрага с Юспика. Одного выстрела хватило, чтобы закопать
Прям своего оппонента. Остается один Крис отставить бомбу для получения дополнительных денег. Есть, есть стэк. Ситуация 1 в 3, но ну тут без шансов. И бомба-то разминируется у нас. Особо много ресурсов не потратили, кроме двух игроков и Sinners. Sinners Esports и 11-12. Могут еще бороться у нас чешский коллектив. Но пробуксовывают время от времени на своем пике. Но это хотелось бы, давайте взглянем еще раз на статистику. По фрагам все еще лидеры у нас Плисен и Крис. Ну, так как бы, да, для меня это лично достаточно ожидаемо. Посмотрим, как Плисен провел первую половину. Сейчас может даже особо и не стрелять. Ну, а Zero Zetko у нас достаточно сильные ребята за сторону защиты. Подсадочка для Хейдеса на коннектор. Видим, что можно выловить рифлера команды Sinners. Грешники уже получили по себе первый минус. За пакетом возвращается Криз. Двигаемся дальше. Ну, понемножку все же продвигаются оппоненты. Медленно раунд пробует разыграть. Есть 30 секунд, а аплент свободен. В коннекторе тусуется вся команда. Скидывается у нас молотов. Молотов в джангле. Под джанглом уже есть один оппонент. Крис у нас заносится. Также Крис у нас несет на себе бомбу. Ну и все, последнички пошли. Будет ретейк, попытки драться. В любом случае, форси. Надо посмотреть 3 в 2 ситуация. Хейдес сбивает снайперу команды оппонентов 80% хелспоинтов. Есть работа Близзена. Зетко. Камон. Ну надо же брать раунд. Камон, Sinners. Ну тут-то у нас только один Хейдес, он находится в коврах. Могут попробовать поцелить оппоненты. Видел девайс. Ну и это минус Хейдес. Сгорает на молотове ластовый игрок Finest. 12-12, чуть задержка у нас становляется хат. Ну и опять раунд с пистиками для Finest. Но нет. Что-то я туплю немного, ну ладно, так и быть, ну так вот, чат можете, в принципе, только не увольняйте меня сразу, пожалуйста, вот такое. Вот, берется 4 калаша, 1 галиль, есть опции по рухатись по карте. Движение по карте есть. Минус шок. Бистик поджимает как раз Б-меншн. Тут-то еще и форси находят. Чуть пропускаю я файты. Ничего, ребята, будем пробовать исправиться. Крис ставит бомбу. Ой, не Крис, а как раз вот Хейдес поставил пакет. Два игрока остается. Ну и тут-то, если 13-й Finest возьму, то уже будет еще больше интересно посмотреть матч. Кэша будет критично не хватать грешникам.
Ну, это ресторан для шведов. Тут вполне обретается чуть больше. Так, матч приостановлен. Надо бы глянуть, что тут у нас происходит по поводу данного матча. И на счете 12-13 Файнест ставит первый тайм-аут в данной встрече. Свой именно тайм-аут. Пока у нас до этого одну паузу использовали. Игроки команды Synergy Sports. Ну и поехали. Поехали мы, полетели мы на следующие противостояние. Раунд под номером 26 у нас на карте Демираж. Напоминаю, это выбор команды Sinners. Достаточно хорошо провели Файнес первую половину, но сейчас... Ух, тут у нас тут там Мэншен в это время, как бы, ну, блин, надо посмотреть на Мэншен. Тут твист с Шокзом. Находится с бомбой. Посмотрим, сможет ли их принять Zero. Также мы видим, что с тикетбокса Форси. Может быть, увольняем. Ну, блин, ну ладно, увольняйте, так увольняйте. Капец. Ух, Зетка на месте, минусует Криза. Ну, ответочка прилетает сразу по снайперу команды Synergy Sports. Бомбу можно ставить, вис все еще не ставит. Ее только находит, нащупает все же Зера, который под ним топал. И 3 в 2 ситуация. Можно пробовать взять. Тут из коннектора уже Плисен вышел. Тут же надо посмотреть бы так, как душу, те же та кнопка. Ай-яй-яй-яй, шок. Вот у нас шок находится как раз под ниндзя. Очень интересно, увидел он своего оппонента. Да, он его видит, еще снимает он и твиста. Ну и ситуация один в один. Хейдес будет ставить бомбу. Может спину прямо сейчас выйти, но, блин, потерял вижен в последний момент у нас бистик. Не проверяет сейчас как раз выход с ямы Хейдес. Просто могут разминуться игроки, но... Дергает бомбу. Дергает бомбу бистик. И ты что? Как? Просто... У меня вопросов больше, чем ответов. Хорошая игра от Бистика. Блин, Бистик просто забирает этот раунд и... Просто браво, 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 браво. Я думаю, это сильно заслужит с такими раундами на победу. Кстати, у нас появляется СГшка в атаке у Zero. Без АВП играет 5 сайленсеров. Сейчас защита в виде Синерс. Ну и шок уже у нас минусуется. Минусуется Бистик. Герой прошлого раунда. Ну, а пока что много дэмэджа просто внесли. Просто быстрый раунд решает сыграть на Б. Там никакой хелпы нету. Да, это стяжка на сейф. Дают взять преимущество в один раунд для себя, против себя, конечно, грешники. Понемножку пробуют. Даже тут даже не понятное дело, даже не пробуют у нас противостоять ребята защиты. Туда потопали, сюда потопали. Ну, в принципе, и все. Четыреста раунд для команды Finest.
Ну что, ребят, у нас, возможно, сейчас Finest может уже перевести себе как минимум гарантированные допы для себя, но как максимум закрывать карту. А для Синдерс очень максимально важный раунд. Два пистолета при этом есть в защите, есть он у Бистика и Шока, но при этом для Бистика лежит достаточно важная задача. С бомбой у нас Крис возле телевизора. Ну, а в туннельчик пока пересекается, есть еще и Хейдес, который находится, как раз вот контролирует пробоцы винтовочки. Проход на Б апартаменты. Зетка. На топ-миде уже кидаются какие-то активности. Конечно, очень так много времени отдают сейчас Finest своим оппонентам. Да, понимаем, что они сейчас приготовят выход на Б. Очень многое будет зависеть от Бистика, но... Ну, нужен фраг! Ну, нужен хотя бы один фраг. Нет, фрага не выходит. Все равно умудряются какие-то разменчиками нашуршать себе игроки. И это сейф. Это сейф, и будут отыгрываться уже Синнерс с 15-го раунда. У меня что-то такое ощущение, что наиграли Синнерс в Мираж. Уже никаких какой-то инициативы на контроль точек просто не происходит. Что, можно просто посмотреть за Хейдесом? Ставится пауза у нас 5 в матче. На счете 15-13 Синнерс ставят второй тайм-аут для себя. Ну и опять два дезерты, глаз, скаут вообще у Форси. Ну, очень сложный раунд. Как по мне, очень сложный раунд, с которым достаточно тяжело будет. Так, минус Крис. Вот и опен от скаута. Так, прорабатываю сразу же бэпленд, влетает твист, тут у нас Форси дал минус пол хп, минус твикса с шокса. Ну и развалится у нас атака, при этом как-то один до конца Плисен борется, пробует дальше файтиться, остается 9 хп. Ну и очень сложно будет, два патрона. Ушел на релоад. Минута времени есть. Пробует как-то раскрутить своих оппонентов. Бомба-то забыта и... Спину проверил. В спине никого. Ну и Синнерс забирает для себя 14-й раунд. Вот вам и первая карта, которая все решится в одном раунде. Либо же это мы будем сейчас с вами смотреть дополнительное время, либо же мы будем смотреть уже следующую карту и как раз Vertigo выбор команды Finest.
Оу, нас тут за Reddit решили еще и пришли к нам еще ребята. Так, спасибо большое центральному каналу. Спасибо Юамерту. Слава большое тебе спасибо за рейд после своей трансляции. Ну, пока что там, где я так понял, ты уже закончил обе игры. Мы тут только-только вот возимся с первой картой. И потому, я думаю, нас как раз те, кто хотели сегодня посмотреть оба матча, они ничего не потеряют. Файнест как раз вот сейчас тайм-аут у нас. Файнест идет. Файнест. Трофейная СГшка у Шока. Также Шокс. Именно эстонец Шокс закупает для себя А5 СГ. Подсадка для Хейдеса. Видимо, ее от лица Плисена. Но тут может, конечно, сработать она. Из туннеля уходит так. Пострелил по коннектору. Смог не нашивается-то. В меншине у нас есть Шокс. Так, есть минус по Шоку. Попытка приемки организовать от Форси. Бисик закидывают. Так, 3 в 3 ситуация. Все еще подгорел Крис. Хаи наносит урона. Для него. Твис, отличная работа. Будут входить бомба на плент уже. Тут есть три игрока, минимум одного игрока преимущества. Раз плитованы у нас защита. Конечно, Бистик. Флешка помешала Бистику выйти посмотреть точное расположение бомбера. Ну и Z-ка у нас погибает. И это выигранная карта для команды Finest. Вау. И у меня просто нету слов, друзья. Кто отдали Синер свой пик. Я думаю, мы будем отправляться на небольшую паузу пока что на 10-минутную. Точное время я напишу в чатике. И будем смотреть карту Вертига, это уже выбор файнестов будет. И пока что мы позволяем такой шведский микс там.